Во Владивостоке состоялась торжественная встреча главного символа 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Эстафета огня стартовала в воскресенье в Якутске на празднике лета Исаак-Туйма-Ады. Ранее, 24 июня, на территории национального парка «Ленские столбы» в Хангаласском районе был зажжен огонь игр. А в понедельник огонь эстафеты передали правительству Приморского края как право и честь проводить международные спортивные игры «Дети Азии». Приморчане, дорогие друзья, коллеги! 24 июня мы на священной якутской земле, на территории национального парка «Ленские столбы» зажгли огонь. Огонь 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Мы бережно несли этот огонь, который был зажжен нашим якутским шаманом, оберегали его, хранили. В такой торжественной обстановке передаем правительству Приморского края право и честь провести 7-е международные спортивные игры «Дети Азии». Организаторами мероприятия стали Министерство спорта и просвещения Российской Федерации, администрация Владивостока, дирекция по проведению 7-х игр «Дети Азии» при поддержке правительства Приморского края. Уважаемый Валерий Николаевич, дорогие друзья, от имени губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка, правительства Приморского края, себя лично приветствую вас в столице 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» на таком значимом и знаковом событии для нас – встреча символичного огня игр. Напомним, в Приморье игры пройдут с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира Путина. Общая численность участников составит около 2000, среди них спортсмены 16 лет и моложе. Приморье выставит самую многочисленную сборную, в двух составах которой выступят 304 спортсмена. Приморский край имеет уже богатый опыт проведения подобных мероприятий. В 2013 году мы встречали эстафету зимней международной универсиады. Мы встречали огонь и эстафету проводили зимних олимпийских и паралимпийских игр. Министр культуры Приморья Елена Бронникова выразила уверенность в том, что мероприятия пройдут на высоком уровне, так как Приморский край сам является организатором крупного юношеского спортивного форума и местом проведения эстафеты огня международных игр «Дети Азии» и послужит главной цели – привлекут к занятиям спортом еще больше людей и в первую очередь детей и молодежь не только в Приморском крае, но и в России. Мы ждали этого момента с огромным нетерпением, ведь Владивосток – это, я не побоюсь этого слова, историческое событие. У нас мероприятие такого уровня спортивных. Конечно, мы проводили чемпионаты мира и кубки, но вот такого с такими смыслами не проводили никогда. Ведь это и про секунды, и про метры, но это точно не самое главное. Самое главное – это же дружба, это же понимание друг друга, понимание культуры друг друга. И мне бы искренне хотелось, чтобы представители всех стран, всех регионов Дальнего Востока, России, которые приедут сюда, они почувствовали наше тепло. Старт эстафеты огня 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» пройдет 30 июня в Большом Камне, а завершится эстафета зажжением чаши огня 28 июля на церемонии открытия игр в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Олег Завьялов, Тамара Чупахина, Новости на Восьмом.